Так, коротенькое видео о великах 300-е Star Warren. Пробег у нее всего 48, то есть это, блин, такая вот семиместная фиксит с такими вот. Опа, открой-ка. Так, опа, закрой телечки. Семиместная. Это у нас что, электрошторки? Да, точно, слушай. Они там шоркают. Такая отшивочка. 48 тысяч пробег, да? Ну, резину поставили. Продали. Турбо 2.5. Star Wagon. Полный привод. 4D56 мотор. И состояние очень хорошее. Нет, солнце не дает. Сит. Вот такой вот бидон у нее. Кстати, а это задний коврик надо туда отнести. Сюда положим. Готово. Постелили коврик. Все. Такая вот редкая у нее хай-ру, высокая крыша, Crystal Light Roof. 6 окошек и, по-моему, тут у нее ручной люк, да? Нет, электрический. Тут отдельно можно кнопками управлять каждым этим, каждой шторкой. Подсветочка. Вот температура, клинометр, высотометр. У нас электропакетики. А, стекло закрыть надо, да? Тоже закроем. Четырехступенчатый с овердрайвом. А, кстати, вот это, наверное, заводская опция электрошторки. И вот он, наш знаменитый мотор. Он простой. Батарея одна, совсем зимний вариант. Чуть-чуть подымливает на холодный запуск, видать, свечи накала. Эти-то отрабатывают, две релюшки. А этот свечи, наверное, надо менять. Заводится нормально, но поддымливает, видать, свечи накала. Уже какая-то не очень работает. Опа. Опа. Здесь она очень популярна. Многие переделывают под этот, под лыжные походы, под кемпер. Убирают сиденья, ставят тут кухню, мухню, всякие дела. Дизель, подогрев дизельный. Здесь она очень популярна. Ну, потому что все-таки база у нее от джипа, от Land Cruiser. Тут ты, блин, от этого, от Pantera Pajero. Такая же база вот он стоит. Такая же подвеска. То есть трансмиссия, мосты. Единственное, только рамы нет, он интегрирован. Это старая Делика до 87 года, по-моему, шла с рамой. На раме. А это уже рама, интегрированная в кузов. Но, тем не менее, это один из единственных автобусов в Японии, который сделан на основе джипа с большим просветом, клиренсом, понижайкой полноценной, полный привод. Вот та же, вот, например, Хайэйс, он уже, или караван, он уже не такой у него клиренс высокий, да? Ладно, так короткое видео, потому что продали мы ее, и надо это хоть немножко запечатлеть ее. Вот такой, дадим угла отсюда. Смешает солнце, да? Ладно, вон машина приехала за ним. Дальнобойщик.
А, вон он с той стороны.